Hey, всем привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас пойдет речь, так скажем, затрагивающие игры. Да, такого еще не было контента никогда. И несмотря на то, что я вам буду показывать уже достаточно старые куски видео, я считаю, что они должны быть здесь, потому что, это интересно, по крайней мере, для тех, кто не смог попасть на прошлые игры. Почему я выкладываю такое старое видео, спросите вы, да потому что мы в предвкушении следующего Игромира. И я хотела бы максимально с вами поделиться тем, что было в прошлый раз. Будет немножко странно, потому что он немножко старый, там старые куски видео, но я никогда этого не показывала. И хотелось бы также вас, ну и себя в том числе, настроить на такое состояние, знаете, когда прям ждешь, и вот будет. Игромир будет, скорее всего, как обычно. Я оставлю ссылку на сайт, чтобы вы могли посмотреть, и когда это будет, потому что я еще толком сама не знаю. Вот, я надеюсь, вы правильно поймете, почему я выставляю это видео, так как контент, так скажем, слегка устаревший, но я не считаю, что это устаревший, его не было на канале, я еще никогда не показывала его, вот, и я думаю, то, что появится возможность у тех, кто там не был, те, кто не из Москвы, те, кто хотят посмотреть, это как раз-таки вот про игры. Все-таки это видео я запустила не случайно. Игромир в этом 2016 году состоится с 29 сентября по 2 октября. Так как вы просили больше рассказывать о себе, хочу поделиться, что я просто обожаю игры и все, что с этим связано. Поэтому не случайно на прошлом Игромире я тусила все дни, и у меня была возможность посетить это мероприятие даже в самый первый пресс-день. Оргкомитет выставки Игромира объявляет о том, что 11-я международная выставка интерактивных развлечений Игромир-2016 пройдет в начале октября. Игромир с момента своего возникновения стало самым главным событием российского игрового мира и самым долгожданным ежегодным мероприятием, и праздником для всех любителей видеоигр. Ну и также одновременно с выставкой Игромир-2016 вновь пройдет Comic-Con Russia, праздник для всех поклонников поп-культуры, основанный на формате международного американского шоу Comic-Con. Но об этом, конечно же, вы и так сами все прекрасно знаете. Comic-Con Russia будет проходить уже в третий раз. Ну и посетитель увидит, конечно же, главные премьеры из фильмов, сериалов, комиксов, аниме, и много всего остального и очень-очень интересного. А сейчас я хочу вам показать просто небольшие кадры с выставки, с разных павильонов, с разных мероприятий. Тут даже были уже комиксы, которые я показала, которые продавались, а некоторые были очень редкие экземпляры, и которые хотелось бы купить, но на все, к сожалению, не хватило денег, потому что я много всего и так себе набрала и купила кружку. Кружку, наверное, возможно, я покажу в одном из других своих видео, потому что и так очень-очень много информации за этот видеоролик.
также на прошлом Игромире были блогеры. Давайте сейчас посмотрим, кто был и кто даже выступал на сцене среди них. Я надеюсь, это видео вам хоть как-то понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Да, если вы были на прошлом Игромире, мне было бы очень интересно, если бы вы написали в комментариях, что вам понравилось, какой стенд был самый клевый, по вашему мнению. Где были и что смотрели, в какой день вы там, конечно же, были. На этом я с вами хочу прощаться. Всегда ваша Гром Наташа. Пока!